города Уральска поражает нелепыми приговорами. Судья Кайрат Утешев признал 58-летнюю пенсионерку виновной в уголовном преступлении. Она участвовала в мирном митинге за освобождение политзаключенных. 10 мая Бакизу Халелову грубо задержали в числе митингующих. Следователи обыскали ее квартиру, отняли личную технику и вещи. Но и это не предел наглости спецслужб. При обыске следователи подбросили на телефон аудиозаписи с призывами выходить на митинг. Но Бакиза никаких записей не делала, а только слушала сторонников ДВК онлайн. Для большей убедительности следователи назвали доказательствами вины флажки Казахстана и синий воздушный шарик. Бакиза Халелова просила суд не наказывать ее за правду. Судья только переспросил: «За правду?» «Да», — ответила Бакиза и стала уголовницей. Теперь пенсионерка должна жадным властям 50 тысяч тенге штрафа и 100 часов принудительного труда. Но самое глупое – ей целый год запрещено общаться в соцсетях на общественные темы и участвовать в митингах. Какая я экстремистка? Мне в Уральске все знают. Нельзя соглашаться с тиранией. Вместе мы остановим угнетение. Присоединяйтесь к группе ДВК в анонимном мессенджере Telegram. Казахстан будет свободным.